Всем привет! Давайте сегодня расскажу об одной такой функции для слепых или слабовидящих ZBrush – лупа. Где она находится? Открываем Preference. Вот она находится. Magni-класс. Magnifique-класс. Вот она. Вот мы ее включаем, нажав вот эту клавишу. И вот у нас получается приближение. Вот так она работает. Можно лепить, даже если у людей слабое зрение, в очках там или как приближает. Вот можно наносить, правда она отключается, надо настроить. Вот она здесь настраивается, радиус. Это вот зум, приближение. Color, допустим, можно выбрать красный. Можно белый. И потом можно кантик сделать, это кайма, можно ее сделать, допустим, зеленой. Вот так выглядит лупа. Рассмотреть детали можно. Все простенько, но есть такая штука. Так. Вот так она работает. Вот она настраивается здесь. И что можно еще сделать? Добавляются вот нойсы. Опс. Вот убралась. Можно вот прибавить. Так, что тут можно сделать? Сохранить можно. Закрыть. Вот такой эффект есть. Что еще можно с ней выжать? Так. Вот такая еще может быть штука. Пробуйте. Может кому пригодится эта функция. Рассматривание. Можно рассмотреть поближе детали. Как все работает. Вот так она отключается, нажав на опять на глаз, на этот. Ничего такого сложного. Все, всем пока.